Так, в этом видео мы с вами поучимся делать плетеночку такую, потому что я планирую сделать кольцо обручальное, где с двух сторон такие плетенки есть. И посему давайте мы отдельное видео сделаем для этого, потому что если забудешь, вспоминать будет легче. Так, где у меня тут? Вот он. Вот он, все. Здесь будут указываться мои кнопочки. Вот я взял Shift A, взял Mesh и взял Циркль. Вот. Давайте сделаем поменьше сразу же. Вот такую махонькую сделаем пока что. Так, и с помощью GY переместим ее вот сюда. А также Ctrl-D, Shift-D, извиняюсь, и тоже мы ее по Y вот сюда поместим. Отлично. А, так, еще немножечко. G по Y. Вот так. Так, теперь вот эти два Ctrl-J. И они у нас становятся в одну. Или же объект, вот здесь Join. Готово. Теперь мы должны с вами Shift-A взять уже курву и циркль. Вот такую циркль. Поставить его на попа. Это делается R, Y, 90 градусов. Все. И далее мы его просто увеличиваем. Вот так, скажем так. Если нам нужно, даже больше можем сделать. В зависимости от того, какие нам нужны будут плетеночки. Ну, пускай будет так. Так. Теперь мы пойдем вот сюда, выделим эти две. Так, дальше мы последуем следующим. Мы возьмем модификатор скрип. Вот этот. Видите, получился бублик. Почему? Потому что у этих двух должно быть объект set origin по геометрии. Вот, он теперь встал тут хорошо. Здесь мы сделаем 0,3. Начало, то есть, да? Далее мы перейдем в модификатор курва. Так. И скажем, что объект у нас вот этот. Видите, он сразу встал туда, куда нужно. Прямо на это. Если не так, то вот здесь есть Y, Z и так далее. То есть выправить так, как нужно. Ну и вот теперь мы итерацион. Вот начнем до 100. Ой. Ну да. До 100. А здесь... Вот так. Вот так. Идем дальше, 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 дальше. Закручиваем. Ну вот. Меня, допустим, вот это 9-метровое устраивает. И мы получили такую плетенку хорошую. Уберем, если что. Видим, там наезжало друг на друга, да? Убрали. Ну что, отлично. Вот так мы получили плетеное колечко. На этом пока закончим. Такое короткое сделаем видео для вспоминания. В случае чего. А то забываем же все. Так, хорошо. А потом вернемся сюда. Мы сюда еще вернемся. Так. Следующим шагом будет другое видео.